А что здесь за любовная любовь, а? Что у вас тут любовь? Любовь? С милицией, да? Оба урчат. Чего такое? Красавцы мои, а? Улеглись тут. Ну, вы красивая парочка. Эй, коты. Че это вообще тут? Алис, че это все коты тут собрались у нас? Около тебя, что ли? Как, с кисой, да, классно играть? Ой, киса помогает. Вообще, да? Ну, вот ведь веселье. Давай, за кисой. За лапку я, за лапку я. Киса мурлыся. Опа. Опа, достала кису. Скуешь твой. Оп. Дудончик маленький. Вкусное молочко какое. Вкусненько коту. Алиса говорит, нифига себе, зачем ему бутылка? Что это вообще за штука, да, Элис? Чудо мое кореглазое. Мне кажется, могу наблюдать вечно за тем, как он сосет бутылочки. В плане животных, мне кажется, это очень умиляет. Он подушечки у него уже заживают. Почти до конца зажили, но уже твердые. Покажешь маникюр свой, мяу? Опа. Да, покажи маникюр. Опа, видите, какой маникюр. Ноготочки какие красивые. Маурицио. Длиннющий кот. Мяу очень просился гулять. Он прям подстерегает, когда около двери просится выйти. Спокойно уже дает шлейку надеть. Типа, давай, я жду. Тут взяла его сейчас с собой. Мне нужно достать размораживаться корма. Сейчас пойдем с ним вместе. Хочу какую-нибудь конструкцию придумать, чтобы просто вот это куда-то привязать, положить к себе и ходить. А то неудобно таскать, потому что мне нужно всякие контейнеры таскать и еду размораживать. А не вот так вот держать, одна рука занята. В общем, что-нибудь придумаю, какой-нибудь пояс. Пойдем размораживать другим еду. Кого это помощь увидел? А он прям так и рвется. Ты вообще понимаешь, какие там лапы? Смотрите на этот взгляд. Помощь. Ты дурашка, не подходи близко. Вон, видите? Кису увидел. Кому интересно, он же не понимает, что ему кто-то навредить может. Давай, пойдем, сейчас как лапы высунет. Нет, там на то, не сможешь на то дерево, там... Давай, вот на это сможешь, да? Опа, молодец.
Там забор, видишь, проблемка небольшая. А вот это, да, дерево классное. Мне тоже нравится. В общем, достали мы размораживаться. Кому курицу, кому перепелок, помучу кролика. Сейчас чуть еще погуляем. В туалет входит ребеночек, котеночек. Да подожди ты не так быстро. Там не сможешь на это дерево. Никак. Вообще никак. Тут забор. Забор. Куда ты, забор, кот? Ты не понимаешь, что это забор? Видеть деревья запрыгнуть никак, да? Ну, тут березы есть. Чем тебе не нравится? Здесь больше все вижу, деревья закрыты. Мяу везде воду найдет. И рядом с колодцем. Маурицио. Ну, часто ведь грязно там будешь, правда. Куда ты? В дом хочешь зайти? Смотри, дерево, на которое можно запрыгнуть. Давай. Давай, давай. На те нельзя. Я тебе точно говорю, нельзя. Вот на это получится. Пошел по каким-то своим делам. Деловой такой вообще. Сил нет. Ну что? Прыгать-то будешь на дерево? Коты хорошо лежатся? Растеклись. Все спят, Алиса. И коты растеклись здесь по ковру.